Где вчера толкали тему 119 Сочи, 119 военнослужащих покинуло, блядь, ну, места несения, короче, службу. 90, не, 90 нашли, по, блядь, 70, нахуй, возбудили уголовные дела, 30 посадили, блядь, 2 лет. Ну и начали это всем объяснять опять то, что в десяточку сейчас никто не играет. 48 часов, то есть 2 суток. На 49-й, блядь, тюрьма. Если много-много-много раз, нахуй, отсутствуешь, блядь, до 48 часов, то один, хуй, нахуй, тюрьма, блядь. Но просто в статье уже уклонение от обязанности исполнения военной службы. Блядь, а прикинь, нам еще Харьков. Нам еще Киев. Блядь, ты хотя бы так... Харьков, ёбать. А там еще есть Полтава, Сумы, Чернигов, блядь. Да. А там вообще болото одно, нахуй. Они, блядь, этот ебаный Бахмут взять не могут, нихуя, блядь. Техники нету, нихуя нету. Либо желания нету. С товарищем разговаривал, приехал, говорит, парнишка снайпер. Говорит, блядь, давно бы их всех похуярили, говорит, просто не дают. Ну, если большое наступление, это же, блядь, будет потери. Так потери будут всегда на войне. Но они хотят их минимизировать, нахуй. Типа, блядь, чуваки, давайте мы сейчас вот так вот побьемся пока, нахуй. Лобешник, блядь. А потом сядем за мирный стол переговоров, блядь. Слушай, я, честно говоря, даже не знаю, блядь, сейчас какие генералы-то такие толковые, нахуй. Что взял ответственность на себя. Ну, поставили Суровикина, потом хуй убрали его. Понять не могу, блядь.